Всем еще раз привет! Это видео будет интересно для тех, кто хочет приобрести диффузоры, подарки и вообще, кто интересуется Матильдой М. Я сейчас так вот прохожу, специально медленно, показываю, что здесь есть. Ну а затем уже будем отдельно рассматривать какие-то наборы, какие-то парфюмированные камешки. Пожалуйста, не зацикливайтесь на каких-то отдельных вариантах по той причине, что парфюмированный декор, он всегда меняется. То есть вот сейчас у них есть это. Например, балериновые эти тапочки, они уже пуантики. Они уже, не знаю, 150 лет это есть в программе. Но мы же также стараемся что-то новое брать, правильно? Мы не сидим на месте. Поэтому важно найти свой аромат. Важно найти тот парфюм, который вам будет нравиться. Который вот по вашему мнению будет уют придавать в вашем доме, либо офисе, либо вы хотите кому-то сделать подарок. Поэтому не зацикливайтесь на розочках, бабочках, котенках. Самое главное — это та функция, которую выполняет этот парфюмированный декор в доме. Есть наборы уже с маселком, например, вот этот котик. Есть еще зайчик. Там идет уже маселка. Такой набор стоит 19,90. По упаковке вы уже видите, да? Это для детей подарок. Но берут, как правило, для взрослых. Последняя пара. Пуанты. Аромат маркиз. Мягкий, пудровый. Я всегда сравниваю маркиз с невестой. Стоит 14,90. Котик стоит тоже 14,90. Но совершенно противоположный аромат. Цветочный. Котон. Цветок хлопка. Я вообще считаю уникальный аромат, потому что люди, у которых есть какие-то аллергии либо астмы, они это переносят на ура. Очень нежный, пахнет чистотой. Кто-то мне вот еще писал, по-моему, Алена, акации. Это не мыло, это парфюмированный декор. И наша любимейшая тонечка, Мари Антуанет. Стоит 12,50. Я... Герне, клейн момент. Так, меня опять украли. Я не знаю, я не успеваю, мы не успеваем. Но с другой стороны, хорошо, когда приходят туристы. Завтра я обязательно сделаю видео, обзор, четкий обзор Матильды. Я покажу, какие наборы есть, какие ароматы, то, что я обещала. Сейчас такой блиц обзор, потому что мне нужно было 10 минут назад уйти, мне еще целый час ехать, и если я опаздываю в детский сад забрать своего ребенка, вот этот взгляд воспитателей, он входит вот здесь, крутится вот здесь и выходит вот там. У кого есть дети, кто с сада забирает не вовремя, либо совсем вот прям минута в минуту, вы меня поймете. Но тем не менее, если вы хотите для кого-то подарок, определитесь изначально, какая должна быть сумма подарка. Когда мне говорят, сделай подарок на 10 евро, на 20 евро, на 30, 50, 100, 200 евро, я всегда стараюсь комбинировать разные вещи. Например, если человек любит и ценит качественное мыло, да, и мы возьмем вот такую розу, это мыло, это более праздничный вариант, это более подарочный вариант. Кому неприятно получить такой подарок? Пахнет очень нежно, от одного лепестка розочки просто такой маленький кусочек берете. И ручки пенятся, ручки нежные, ручки пахнут чистотой, пахнут свежей, натуральной розой. Я знаю, что очень тяжело через интернет передать вот эти вот эмоции, вот это вот чувство. Это, конечно, я понимаю, находитесь по ту сторону экрана. Плюс новые подписчики, не пугайтесь, пожалуйста, когда я рассказываю о Матильде, но при этом упоминаю своих ведьмочек, которые меня смотрят, потому что меня также смотрят эзотерики. Есть у меня, конечно, такие девочки, когда я получала новый какой-то парфюм, информации об этом парфюме еще нигде не было, я просто брызгала его перед камерой, и мне потом звонили и говорили, слушай, вот в этом было то, в этом было это, а ну-ка дай мне как бы еще его понюхать, да, то есть ты так стоишь и думаешь, в смысле, дай мне его понюхать, а человек чувствует эти запахи, то есть такое тоже есть, поэтому не пугайтесь, кто не верит, ладно, не буду в эту тему уходить. К чему я это говорю? К тому, что когда я вам говорю, это пахнет настоящей розой, это пахнет розой настоящей, которая в саду, а не той розой, которую предлагает каждый супермаркет, вот это искусственно полусладкое,
и только розового цвета, потому что такая классная психология идет с цветами, когда видишь что-то розовое, видишь что-то такое малиновое, уже автоматически мозг начинает думать о чем-то сладком. Это не так. Вот эта роза, она пахнет свежестью, и это мыло. К чему я вам это говорю? Если вы скажете: «Галина, сделай мне, пожалуйста, подарок на 20 евро». Я очень ценю своих постоянных заказчиков по той причине, что у меня абсолютно полная свобода действий. Они мне только говорят сумму и повод. А дальше я уже делаю, что хочу. Понятное дело, у всего товара есть своя цена. Например, это мыло стоит 10 евро. Например, вот такое мыло стоит 7,90. Вот такой ключик, он стоит 5,50. Но если вы мне скажете, например, там мне сделай подарок какой-нибудь на 20 евро, не удивляйтесь, если вы получите вот такой набор. Сейчас я вам скажу, почему. Но на 20 евро это не выходит по математике. Потому что первое, я ценю то, что подарки заказывают у меня, а подарки можно заказать где угодно. Второе, когда я эти подарочные наборы формирую, мне очень хочется, чтобы человек попробовал по чуть-чуть и как можно больше. И поэтому вот такое мыло, как подарок, ну это люксус, конечно. А вот это мыло, это более практично. И тут человек одновременно видит разницу. Это мыло очень кремовое, в нем что они нам там обещают, кашемир, шебута, парфюм. Я вам скажу так, на простом языке, когда пойдешь в душ, да, выходишь, тело пахнет. Пахнет этим ароматом. И мыло действительно очень мягкое. Я очень-очень редко, ну как это сказать, пользуюсь косметикой. Но вот как, если я сравню там с другими людьми, да, там тоналка, тени, подводка, губная помада и так далее, да. Потом, как правило, девочки поймут, да, вот такой вот, ну, макияж, мейкап назовем это, да. Затем, девочки, вы знаете, да, берется смывочка, все это смывается, и остается такое ощущение какой-то вот на лице пленки. Вот когда мне для каких-то мероприятий, либо там, например, какие-то там фотографии, что-то делается, приходится вот так краситься, затем смывочкой смывать, я после всего этого беру вот такое мыло. И если меня сейчас смотрят косметологи, они скажут: «Ты что? Да ни в коем случае нельзя на лицо наносить мыло, сушит кожу, рано постареешь». Не знаю. Но мне потом просто хочется взять вот такое мыло и вот эту смывочку еще раз просто смыть. Очень-очень приятный запах. Как выбрать ароматы? Лучше всего, конечно, приехать сюда. И поверьте мне, Гослар, если вы находитесь на территории Германии, Гослар — это не так далеко, как вы думаете, потому что если посмотреть на карту Германии, это в самом-самом центре практически Германии. Практически. Нижняя Саксония, Харц. Харц — это горы наши. Гослар. Город мистики, магии, ведьмочек. Лучше, конечно. Но у меня уже были такие истории, когда люди заказывали просто, например, тоже мыло. 3, 4, 5, 6, 7 разных ароматов, чтобы понять потом, какой аромат нравится. Потому что вот есть у нас, например, аромат белый чай. Есть такой же спрей для комнаты. Есть такой же диффузор для комнаты. Есть такое же мыло. И есть, как правило, камешек. А еще, может быть, и попадете вы на такой аромат, который есть, это колечко, которое в машину, да? Возвращаюсь опять к теме. Например, сделай мне там набор за двадцатку. Например, да? Не удивляйтесь, если в этом наборе будет мыло за 10 евро, мыло за 7,90 и вот такой ключик. И тогда человек получает три разных аромата и три совершенно разных продукта. Конечно же, это все еще будет упаковано в нашу бумагу Matilde M. Конечно же. В сумочку, проспектик там тоже будет лежать с описанием подробным. Давайте, наверное, покажу, потому что четкий обзор уже буду делать завтра, когда я стою вот под таким, как это говорят, сайт, друг. Я не могу тогда расслабиться, и о чем бы я ни говорила, все сводится к тому, что нужно спешать, нужно бежать, нужно уходить. Обязательно я всегда добавляю проспект. В этом проспекте. Сейчас скажут, если мы отсканируем QR-код, будет полный облом, потому что магазин-то на паузу поставила. Но тем не менее, здесь идет наименование парфюмов. У нас уже, конечно, добавилось минимум 4 других аромата. Зачем я сделала такую анкету? Для того, чтобы люди, когда они стоят здесь, они теряются, им нравится все, все прекрасно пахнет, красиво.
фокус не отпускает вот эта огромная красивая люстра, да, и люди просто как бы, ну как, ну теряются люди. Иногда бывает такое, что приходят и говорят, это мне понравилось, я сразу говорю, отметьте вот здесь, что вам понравилось. И не обращайте внимания на описание этих парфюмов. У меня сегодня была дамочка, она, мне нужно то, мне нужно это, мне нужно вот это. Хорошо, я знаю, где есть у нас белый мускус, этот Weiss Muscus, White Muscat, или как мускус, или как, я не знаю, не могу это выговорить. Я начинаю ей показывать, нет, мне надо то, нет, мне надо это, но это очень редкий случай. Я ей объясняю. Я вам сейчас дам на пробу три аромата. Все, что вы перечислили, есть как одна из составляющих. Но у меня нет таких ароматов, а точнее у Матильды М. Бананчик, кофе, сумасшедшая вишенка или там сексуальная клубничка. Понимаете, вот этого вот нет. Есть элегантные ароматы, парфюмы. И если вы уже что-то конкретно ищете, так будьте добры, тем более, если вы здесь находитесь, их попробовать. Беру тестеры в руки, как спрей. Спрей, он более интенсивный, чем тот же камешек, либо мыло, понятное дело. О нет, это не то, а это так, а вот этот. А я хочу как этот и вот этот. Попробуйте, приземлитесь. Я к чему это говорю? Нужно немножко еще и с собой время принести. А у нее ситуация какая? Стоит на улице ее, не хочу сказать, неудовлетворенный муж. Просто есть такая категория мужчин, которые тут стоят. Давай быстро, ты там уже целый час, ты на часы смотришь, 5 минут не прошло. Поэтому, когда вы сюда приходите, рассчитывайте на то, что вы можете здесь зависнуть и на час, и на два. Изначально я все это на месте показываю, а дальше вы уже сами разбираетесь. Французы говорят, что первые три аромата вы еще различаете. Все, что больше трех, уже нет. И вот если у нее вот это вот время спешит, ей как бы оно все нравится, но и надо то, и надо вот это. Ну, жалко, я не могла взять камеру в руки, вы бы на это посмотрели. Не прошла даже минута, как вот эти вот одновременно распыляет она ароматы на одном и том же месте. Я, ну, не знаю, так посмотрела, думаю, так ладно. Наверное, я еще не проснулась. Позже она опять-таки здесь была. Но опять-таки с этим мужем. Он там еще что-то стоял, ведьма на улице смотрел. Берите, как говорят немцы, приносите с собой время, потому что там спешка не поможет. Нужно попробовать, нужно почувствовать, нужно посмотреть. Если кто-то находится на расстоянии и не может лично присутствовать, я всегда стараюсь доступным языком объяснить, как я вижу, я чувствую тот либо иной аромат. Так вот, как правило, это будет упаковано в нашу классную вот такую вот бумагу, которую мы, кстати, парфюмируем тоже ароматами для комнаты. Обязательно будет проспект с описанием, немножко о марке, немножко наименование товара и перечень того, что у них есть. Примерно 15 ароматов. Ну, все нежные, все ароматы нежные. Я всегда рекомендую электрические диффузоры покупать в первую очередь, если вы живете далеко. Вот сейчас, пожалуйста, я показала как пример. Вот такой подарок-комплимент. А завтра я покажу немножко больше. Поэтому я вас всех целую, обнимаю. Вчера не получилось выйти на связь, ну ладно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кому уже нужны подарки, кому нужны наборы, будем собирать. Сегодня ужасно холодно в Гослере. Для меня лично октябрь – это самый холодный месяц в году. Я могу в январе здесь ходить в кофточки и платьички, но октябрь я всегда хожу одета по зиме. Всегда. Пока привыкнем к вот этому перепаду температуры, немножечко я уже начала флористику новогоднюю там в окошке, но в субботу уже будет конкретный Merry Christmas, потому что уже нужно готовиться к этому. Уже в супермаркетах даже продают шоколадных Дедов Морозов, поэтому, значит, и нам нужно уже постепенно зимнюю коллекцию ставить. Пока.